Привет, привет, мои дорогие. Тут Ромка стоит рядом с наушниками. Что у меня там с волосами? Непонятно, да? Или нормально? Да нормально. Весь лук испортил. Потом скажешь, что это такое. Вот девочки идут. У нас утро началось. Я с соплями еле дышу. Голос у меня также осип. Так, я сейчас начала делать блинчики, хочу сделать. Замешала много теста, потому что я потом хочу заморозить лишнее. Кто там лежит? Ледуня? Кто лежит на полу рядом с кошкой? Доченька? Красотки две. Надюша, унеси, пожалуйста, швабру, а? И тапочек. Кто сюда принес? Да, такое у нас утро. Надо поправить этот. Да. Лид, ты что делаешь, доченька? Это ты что такое делаешь? Ты думаешь, что ты киська? Доченька, ты думаешь, что ты киська? Такая попка оттопыренная. Лида. С киськами он лежит. Что, блинчики будете кушать? Диана любит блинчики. Я уже не могу. У меня что-то страшное происходит с носом. Не могу дышать. Ночью сегодня практически не спала. Почему? Потому что вот этот вот насморк, я бесконечно просыпаюсь. Это что-то ужаснейшее. Ой, как я не люблю это все. И не люблю, что когда начинают течь глаза. Они у меня текут. Ну, не то, что да, нет, не подумайте, слезы текут. Лежат, меня ждут здесь уже 2 дня, второй день. Сухари, надо будет их сегодня запеку. И, господи, что сделать сегодня? И мне их надо будет на мясорубке перемолоть. Девчонки меня уже спрашивают насчет закваски. Девочки, не стесняйтесь, я поделюсь с вами. У меня еще пока не готово. Я вот сейчас хочу сегодня разделить уже на 2 банки. Соответственно, у меня уже скоро будет лишнее. Я с удовольствием с вами буду делиться. Тесто, огромная такая бадья. Сейчас уже поставлю, буду выпекать. А тут у меня чайничек мой, который отстоял ночью с лимонкой. Я его еще намазала здесь. Сейчас его буду смывать. Мыть его буду. Вот так удалось мне его отмыть. Не знаю, надолго ли, наверное, на неделю. Сейчас прокипячу его и все будет уже чисто. Потому что я внутри уже хорошо его промывала. Оставалось у меня снаружи только. Девчонки сидят там. А где Лида? Иди смотри, что она делает. Сейчас яйца там будет бить. Яйца нелегко. Да, отмывать будет нелегко. Мам! А! Она не поет, я не вижу. А что она делает? Мам! Я искупалась, помыла голову с утра. Я хотела, сегодня, конечно, я хотела уложить волосы. Но, походу, у меня опять высохнут они абы как. Потому что я в то время, пока, когда надо было мне бегом сушиться, мы сидели с Ромой болтали. А надо было заниматься делами. Чуть где-то вот есть 10-15 минут, да, которые у тебя надо было потратить на что-то. Если ты их потратил нецеленаправленно, соответственно, ну все, получите, распишитесь. Нагреваются у меня сковородки, жарить буду на 2 сковородках. Лида уже с помидоркой идет. Что-то показываешь? Идет, показывает камеру. Показываешь просто камеру? Так, какая у тебя помидорка? Да давайте помою ее. Давай. Вот я вот пришла, когда пришла тебе сказать, что блинчики будет. Ты будешь блинчики? На, блин, на. Может, тебе порезать помидорку? Одну возьми, одну половинку возьми. Мам, порезала Лидия. Я говорю, одну бери. Одну. Давай одну. Одну. Мама. А потом эту, хорошо? Мама. Нет, давай одну. Потом возьмешь эту. Мам,
Сгущенка есть? Ага. Ну все, со сгущенкой бунтами. Напишите, с чем у вас любят кушать блины. Мама у меня любит со сметаной. Дети любят со сгущенкой. Мне нравится с жидким медом, ну или со сгущенкой. Вообще я люблю блинчики с творогом. Они говорят, что со сметаной нравится. Со сгущенкой намазано на... Не знаю сейчас, как тесто будет, нормально или нет. Если нет, туда буду еще добавлять. А того, чего не будет хватать, мама, не убираю пока миксер. Мама, мама, плохо пахнет. Вкусно, да? Да. Здесь у меня жарится одна партия. Здесь я одну уже разложила, чтобы она остывала для девочек. И сейчас буду открывать сгущенку. Очень мне нравится вот такая вот открывашка. Это из Tupperware. Мне нравится, что она не режет края, а как бы раскатывает эту банку. И это может даже открыть ребенок. И теперь, когда провернули, просто вот таким вот образом открываем. Она, видите, распечатывается. Оп. И потом ее можно также благополучно закрыть и поставить, например, в холодильник. Рита, сама себе уже? Рита, я все дома. Молодец. Ты прям умеешь. Я ставлю машину сейчас. Ага. Батарею купил. Давай потом ты пересадишь. Мама, Надюша, у меня только вот. Я прибыла 7-0. Да? Давай. А где моя тарелка? Там где ты? Ну, вам вообще было время. Лид, садись, пожалуйста. А, нет, Надюша. Нет. Вам там, где две. Вроде. Можно мне сгущенку? Пожалуйста. Ты будешь? А? Да. Там Лиде, может, тоже немножко. Но, правда, сейчас такая все грязная будет. Девочки, может кому-то молока налить? Давайте мне. Сейчас иду, да. А что, бутылочка все кончилась? Да, масло могу купить. Девочки, а вы знали, что с блинчиками молочко еще вкуснее? Мама. Или не знали? Я знала. Диана вроде знала. А вы все не знали. А ну вкусно. Ну нежная любимка блинчики вообще. Да? Вообще прям нежно-нежно. Я не говорила. Тебе блинчик еще положить? Нет? А тебе положить холодный? Там горячий просто. А ты что, ел холодный? Нет, я горячий беру. Ну сильно горячий там был. Тебе еще сгущенки положить? Что-то вы ее тут разлили по всему столу. Доченька, прекрати, что там, коровки ходят? То, что мама свет включила. Это крах. Спасибо, Леонидка. Я молока попью. И все. Ой, Лиза, ты чего делаешь? Она. Мама. Она жирными руками. Это чисто плохо. Такая у нас тут идиллия. Мало того, что своих куча собак, чужие соседские приходят. И тут это, а коровы стоят на это все смотрят, как на цирк. Кто меня тут встречает? Глянь, какие коровки лежат тут. Интересуются жовками. Лежите тут жовками, да? Интересуетесь на все это? Что-то не убрали игрушки. Сейчас вы наступите, раздавите.
Все, Ромка думает, как здесь закрыть. Надо закрыть здесь, чтобы сюда коровы не ходили. Вон перевернули уже мангал. Так, давайте. Коровы, коровы. Тележки поскидывали. Все поскидывали. Какие красивые девочки. Все, сейчас пойдете. Пойдем доиться сейчас, да? Берез. Сейчас пойдем доиться с девочкой. Пойдем доиться. С Алиэкспресс Анютке заказали вот такие вот кеды белые. Очень понравились. Они очень стильно смотрятся на ножке, когда мы выбирали их на модели. Мы их еще не мерили. Сейчас хотим вместе с вами померить, посмотреть. Упакованы были отлично. Помимо того, что их упаковали, знаете, в воздушную такую упаковку, еще и каждый был вот так в пакетике. Потом еще один пакет, резиночка. И внутри, для того, чтобы они не потеряли форму, еще какой-то надувной пакетик вот такой. Продавец молодец. Я за это бы продавца очень-очень похвалила. В кедах сделаны две дырочки, наверное, для вентиляции. Подошва мягкая, похожа на каучуковую. Такая удобная. Вот такие вот кеды. Они прорезиненный носок. Высокая подошва. Здесь на язычке идет лейба. На шнурках размер. Анюта носит 37 размер. Здесь пришел 39 размер ноги. Ее, если замерить, 24,5 сантиметра. Это для того, чтобы вам сориентироваться. Если будет кому-то интересно, то в ссылке напишу, какой размер заказывали мы. И сейчас покажу, как они смотрятся на ножке. Вот такой получился у нас белый образ. Кофточка такая. Но Анюте не понравился. Мне кажется, что она хорошо смотрится. Напишите свое мнение. Она гладила ее. Что-то у нее плохо получилось погладить. Но ее надо отгладить. Мне, на мой взгляд, на лето это отличная кофтюшка такая. Стильненькая. Анюта, поверни сзади, посмотрю. Со спины тоже красиво смотрится. А джинсовые шорты мы тоже заказывали, до этого показывали. Если будет интересно, ставлю на них ссылку. И белые кеды. Они удобные. Удобные? Ну-ка, повернись боком. Ну, прикольно они смотрятся. Мне нравится, как они смотрятся. Ну, тебе самой нравятся эти как они? Кеды нравятся. Кеды, да? Мне кажется, они с платьем будут вон тем спортивным четко смотреться. Угу. Красиво. Девчонки, напишите свое мнение по поводу этой кофты. Анютке уже второй раз заказываем с Алиэкспресса вот такую вот плюшевую кофтюшку. Она плюшевая-плюшевая, на ощупь она очень приятная. Анюта одну уже, так сказать, сносила, и мы заказали такую же вторую. А она тебе чем нравится, Анют? Ну, она мягкая и теплая. Ну, прикольно, смотрится такая молодежная, смешная. Вот такая вот пришла майка. Она пришла для девочки 6 лет. Но мы так посмотрели, если одевать на девочку 6 лет, то вот эти вот очень сильно висят, некрасиво смотрится. На Анютке, мне кажется, она смотрится потрясно и с джинсами самое то. Анюта сейчас одела с белыми кедами, смотрится, мне кажется, стильно, красиво смотрится. Ну-ка, и покажи, Анюта, вот это вот, что с этим сердечком делается. Получается, так поднимаешь, и можно поменять структуру рисунка. Получается вот такая вот надпись. Здорово. Вот так вот более стильно, мне кажется. Когда не красное сердечко, под этот стиль более красиво смотрится. Анюта, покажи, как со спины смотрится. Ну, вот так вот это. Ну, супер. Мне понравилась эта кофта. И Анюте она очень понравилась. Анюте понравилась за счет вот этого вот фокуса. А теперь пусти мне, Санют. Еще раз. Вот так проводишь, и вот тебе, пожалуйста, другой рисунок. Получается вообще другая майка. Можно сегодня в одной майке ходить, завтра в другой. Не, ну так некрасиво, Анют. Надо или так делать.